Всем привет! У меня Логан 2013 года, то бишь новый в России, он продается с 2014 года. И вчера у меня возникла такая проблема. При заправке заправляла 4 литра, уровень топлива как бы в баке не изменился. Вот то, что вот этот дисплей, у меня начала мигать последняя черточка и загорелся знак бензоколонки. Я заправил 4 литра, ничего не изменилось. Потом я заправил еще 3 литра. Тоже ничего не изменилось. Проехал я вчера около 50 километров, поставил машину на ночь, сегодня с утра вышел, перед этим предварительно просмотрел форумы, как решить эту проблему. Значит, было сказано, что проблема эта возникает, когда вы заправляете менее 10 литров, зачастую это где-то вот 4-5 литра, как раз то, что сделал и я был. От этого и возникает эта проблема. Если заправлять от 10 литров, эта проблема не появляется. Как это лечится? У некоторых это лечится снятием плюсовой клеммы с аккумулятора. Я эту клемму снимал, ждал около 2 минут, одел клемму назад, проблема не решилась. Второй вариант – это заправиться от 10 литров бензина. Второй вариант, я заправил от 10 литров бензина, полностью решил эту проблему. С этого делаем выводы, чтобы у вас такого не возникало, заправляйтесь всегда от 10 литров, менее как бы и смысла нету. Всем до новых видео, удачи на дорогах, пока-пока.